Здравствуйте! Всем большой привет! Сегодня я задумала сделать браслет яркий, летний, легкий. И хочу использовать вот такие вот материалы. Так, это мне надо. У меня есть вот такие бусинки. Маленькие бусинки, плоские, нефрита. Вот такие вот. Нежные очень. Вот их я буду каким-то образом, еще не знаю, использовать. Хочу взять вот такие вот бусинки. Это кварц какой-то, да? Разный здесь. Он такой весь нежный. Тоже бусины ронделем, такие как более плоские. Такие бусинки. Мне хочется какую-то нежность. А вот эти маленькие 3-миллиметровые бусины разные, разного цвета. Синие, зеленые, фиолетовые, я буду сажать на пины. Хочу их сделать на пины все и сделать такое яркое, такое яркое украшение, в общем. Есть вот какие-то вот такие вот тоже плоские блинчики разные. Вот такие совсем вот, они немножко волнообразные, плоские, мне кажется, подойдут. Есть вот такие вот шапочки красивые со стразиками. Может быть, парочку я использую тоже. Будет все украшение в золоте. И, наверное, буду использовать вот эти кругленькие, такие с гранями бусины. Вот их тоже, скорее всего, я буду использовать. Ну, а сейчас... А еще замочек я хочу взять вот такой, потому что браслетик будет не совсем уж легкий. Будет такой вот замочек, я думаю. Сейчас я займусь тем, что буду насаживать и как бы накручивать пины вот на эти бусинки, переливающиеся. И вернусь к вам. Все, я думаю, достаточно мне будет. Я вот так вот сейчас на проволоку, на тросик сделала. Вот примерно вот таким образом у меня и будет выглядеть. Пины я накручивала вот так, то есть, как показать-то мне, так, сейчас, пины я накручивала вот таким образом, чтобы была как шляпка, видно, да, вот так вот, то есть, можно было бы накручивать как бы две, то есть две таких зигзага сделать, вот, и держалось бы. Но мне показалось, что так вот более будет надежно. То есть я по-разному накручиваю обычно. Вот сейчас решила, что так. Единственное, ну как бы, что здесь? Получается, когда, ну, видно, получается, много, мне кажется, видно. Вот этот вот, саму проволоку. Но ничего страшного, зато это как бы так надежно, мне кажется. То есть поняли, да, о чем я говорю? Получается, как я накручивала пины таким образом, что получалось, как получается, как шляпка на бусине. Ну вот так, да, неплохо видно. В общем, как шляпкой. Можно было по-другому накручивать. Как бы получается, здесь у меня одинарная вот эта штучка, а бывает так, что прям вот таким узелочком закручиваешь, как двойное делаешь, петлю, и тогда ничего не потеряется. Но сейчас вот я решила так сделать. Ну, в общем-то, нормально. Вот такой веселый браслет я хочу сделать. Здесь вот эти как раз со стразиками шапочки мне, наверное, пригодятся. Было бы лучше, может быть, если бы были побольше, но побольше у меня, по-моему, нету. По-моему, я их куда-то уже использовала. Вот, ну что ж, сейчас тогда я закончу, сделаю браслет и вам покажу. Еще я сделала, кстати, украшение на шею из цепей. Сейчас я вам, наверное, покажу, а потом буду делать браслет. Вот такое украшение я собрала. Почему я собрала такое украшение? Потому что мне хочется, вот мы все время делаем с камнями, там еще что-то, да? А мне хотелось попробовать именно вот что-то сделать такое вот. Нужны разные украшения на все вкусы.
не только на с каменными бусами что-то делать, чтобы, ну, мне хочется разную, чтобы покупали украшения разные люди, у всех ведь разные вкусы, правильно же? Вообще, как бы, здесь я покажу еще, попробую снять на манекене. Ну, я не знаю, в общем, я не знаю. Ну, вот так вот у меня сейчас получилось. Здесь можно, здесь вот у меня такая цепочка висит. Здесь можно регулировать, вот цепочка. И можно регулировать вот эту длину. То есть можно сделать вот так, например, да? Или наоборот, вот это поднять. Вот это чуть-чуть опустить, вот эту цепочку. То есть здесь все регулируется, и можно делать по-разному. Мне хотелось попробовать так. Вот эта вот ниточка сделана из таких вот гематит проставочный такой, как в форме клевера четырехлистного, да? Внутри у меня 3 миллиметра, нет, 4 скорее, 4 миллиметра ронделем бусина опала, ну, искусственного опала. Как он там называется? В общем, вот такие бусинки. Сейчас поближе посмотри, показать. Лунный камень, как он там называется, да? Ну, то есть это, конечно, не натуральный. Синтетические камушки, граненые, красивые. Вот так вот я сделала. А вот это у меня беленькие рондели такие. Перламутра. Здесь проставила этими волнистым гематитом, и еще квадратненький гематит вот так стоит. То есть вот такая у меня сборка здесь вот. Мне хотелось добиться того, чтобы это были как не бусы смотрелись, именно вот, не бусы, а именно как такая, как цепочка. Просто вот такая вот какая-то цепочка. Почему-то вот зациклилась я на этом, что нужно делать какие-то разные украшения, не только просто собрал бусы и все. Хочется чего-то разного. На шее смотрится нормально. И лучше всего смотрится не так, когда, знаете, вот аккуратненько висит вот так вот, потом ниточка вот потемнее, потом вот такая ниточка. Нет. А именно, когда вот так вот, когда такой вот бардак. Вот, когда оно все вот так вот. И это как бы не бусы, это не по груди должно быть, а именно прям по шее. Очень короткое, прям на шейке, вот так вот украшение. То есть такое вот, именно вот таким образом, очень короткое украшение по шейке. И здесь все регулируется, и можно, вот как я говорю, сделать, в принципе, по-разному. Но именно хотелось, чтобы было вот как такое вот, очень-очень коротенькое, прям по шейке такое вот висит. И здесь вот такие висюльки. Вот. В общем, вот так вот, вот такое украшение я попробовала еще сделать. Не знаю, мне не понравилось, конечно, вот это последнее мое видео с челленджем. Как? Ну, нет, что-то там, какая-то идея, конечно, есть. Но я была не в восторге особо, что там за украшение. Ну, я думаю, что все, кто это все видел, все это понимают. Естественно, что есть какие-то промахи, какие-то недочеты. Вот, и мне кажется, что там, да, у меня промах, вот прям промах, и я поэтому села и думаю, вот, ну, я хочу такое сделать, и чтобы это было красиво, ну, не знаю, мне кажется, здесь вот уже лучше, вот, взять то украшение, где вот челлендж у меня, ну, как-то, не знаю, там как-то вот эти кожаные шнурочки, мне кажется, они все испортили. Но, с другой стороны, там была золотая цепь, ее тоже как-то, ну вот как ее? Ничто с ней не сделаешь там особо. Ну, в общем, мне кажется, вот это вот уже поинтереснее. Мне хотелось именно сделать, чтобы это было как-то так, знаете, как-то более молодежно, что ли. Вот. Мне нравится. И знаете, вот когда я померила, вот именно когда сидит вот прям вот на шее, вот так вот прям, не на грудь ложась, а именно вот так вот прям под шейку коротко, то оно очень хорошо, в общем-то, сидит. Просто да, здесь нужно уложить вот этот, чтобы он лежал так хорошо тоже. И все, и вот так, вот такое вот, в общем, у меня украшение. Вот так, напишите правдиво мне, пожалуйста, что думаете об этом. Ну что ж, все. Буду делать браслет летний, яркий и красивый. Ну, вот такой браслет у меня и получился.
Как я и хотела, я добавила зеленые бусинки маленькие нефрита. Вот так вот они немножко украшают. Очень нежно. Замочек хороший. Вот такой замочек. Я люблю его, он очень удобный. Это все фурнитура премиум качества. Здесь все вот эти бусины, все это с покрытием. Вот эти вот волнообразные тоже. И вот эти вот диски, вот как тоже, ну, такие, та фурнитура, которая, в общем, не требуется покрытие. Я довольна. Браслетик нежный. Мне почему-то так захотелось сделать из чего-то такого вот яркого. Вот так вот он смотрится на ручке. Здесь сделала впереди как бы немножечко вот такого яркого цвета. Такой вот летний браслетик. Такой, мне кажется, можно и колье даже сделать. Но здесь для колье нужно много вот такой фурнитуры хорошей. Много нужно, у меня такого нету. Всего по чуть-чуть. Того чуть-чуть, того чуть-чуть. Вот. Красивый. Мне кажется, очень красиво. Вот эти бусины тоже очень нежные. Я сделала так примерно, чтобы в одном цвете было. А здесь вот, где замочек, у меня здесь горный хрусталь граненый, потому что вот эти бусины, они не ложатся. То есть немножко как, ну, как скользит замочек. А здесь немножко из-за грани, он уже вот так вот не болтается, сам замочек вот здесь вот. И хорошо лежит. Ну, в общем, я довольна. Мне хотелось сделать что-то именно такое вот нежное. Вот. Ну все, спасибо вам всем огромное. Спасибо, что заходите, не забывайте. Всем всего хорошего, всего доброго. До свидания.